Всем привет, друзья! Вы на канале Немецкая овчарка Арчи. Вот наш Арчи, и мы купили для Арчика вот такое желе, вкусняшку, утка с яблоком. Вот так в яблочном соусе. Вот так, друзья. И вот здесь у нас вкусняшки, корм нашего Арчи. Даем мы вкусняшку по граммам, где-то 250 грамм корма берем, вкусняшки, и вот так, это его миска, вот 250 грамм, получается где-то вот столько, утром и вечером. Ну, немножко можем еще добавить, на улице тоже он немного ел. Сейчас откроем вот это желе. Арчи, сидеть и жди. У Арчи уже слюнки потекли, вот так. Сейчас эту вкусняшку тоже сюда зальем. Соус у Арчи уже не терпится. Вот так, друзья. Ну, остальное он потом. Не, вроде больше ничего нету. Закрываем крышку. Идем, Арчи, кушать? Идем. Давай сюда поставим. Сидеть. Можно? Давай. Молодец. Так что, друзья, так есть наш Арчи. Один раз утром, один раз вечером. Секундочку, друзья. Подождем. Пусть Арчи поест. Давай вообще подержи, Арчи. Давай, я подержу, ты ешь. Вот так. Нужно потом подставку для мисок купить. Ну, никак не нашлось времени для этого. Ну, скоро мы ему купим такую подставку. Да, да, Арчи. Так что, друзья, вот так. Я знаю, что вам понравилось видео. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не пропускайте наши видео. Кстати, не пробуйте вот так брать миску вашей собаки, если не уверены, что ваша собака вас не укусит. Ну, Арчи у нас послушный, вы знаете, поэтому с ним спокойно можно все это делать. Кстати, еще выпущу на эту тему видео, как сделать, чтобы собака не кусалась во время еды. Да, Арчи? Вкусно было? Молодец. Ну что, увидимся уже в следующем видео. Меня зовут Давид Геворкян, а это наш Арчи.